У нас тут идет дождик, и мы решили перекусить. Очень вовремя. Итак, так, проверяем. Комбо фри 105 рублей. Гамбургер, 2 гамбургера по 48. Итого, вот, 201 рубль. Так. Да, я не сказала, что это Chicken House, но там вроде было написано. К этому комбо, который я сейчас показала, дается чесночный соус. А так выглядит сам гамбургер. Да? Как он там, гамбургер? Да. Чувствую, надвигается что-то. Чувствую. Вот такая вот картошечка обычная, вкусненькая, я думаю. Мы ее какой? Ну, не первый раз прям.